Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Алексей, сегодня у нас с вами будет распаковочка моего очередного заказа от компании Фраше, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. У меня, как всегда, или у меня заказываются гели для душа, или у меня заказываются лосьоны для тела. В этот раз, на прошлой неделе у меня были гели для душа, в этот раз пришли лосьоны. Это я затарился к 8 марта, потому что клиентов наработал, уже есть постоянные клиенты на данную продукцию. Поэтому, чтобы было в наличии, к 8 марта я решил заказать. Вот. Поэтому пройдемся быстренько. Может быть, кто-то еще не знает, то покажу. Я заказываю и Фраше. Поступает очень много вопросов касательно этой компании. Но отвечу коротко и ясно. Здесь не как в Avon. В принципе, здесь регистрация. Вы сами регистрируетесь на сайте и Фраше. Заполняете те данные, которые потребуются. Бумажного каталога у них нету. Ну, по крайней мере, я еще ни разу такой каталог не получал. Всю продукцию я смотрю на сайте, выбираю, бросаю в корзину. И там есть пошаговые подарки. То есть, если делается заказ на, ну, грубо говоря, на 8 тысяч, то вкладывается один подарок. Если делается заказ на более сумму, побольше, там 16 тысяч, второй подарок. И бывает третий подарок. Бывало даже, по-моему, 4 подарка. Но у меня в этом заказе, по-моему, 2 подарка. За маленький заказ и за большой заказ. Касательно скидок. Вы заказываете на сайте по той цене, которая отображается на сайте. Скидка не предусмотрена. То есть, как в компании Avon, нет такого, что заказываем лосьон по 2000, а платим 1000 тенге. Такого нету. То есть, сколько он стоит на сайте, такую сумму я и оплачиваю. Но, друзья, в Ифраше есть регулярные акции, скидки, которыми я и пользуюсь. То есть я стараюсь заказывать, когда компания предоставляет какую-то акцию. У них есть скидка 30%, есть скидка 40% от заказа. Есть скидка минус 8 тысяч тенге, минус 6 тысяч тенге, минус 4. Ну, в общем, вот такие вот разные акции. То есть, допустим, делаете заказ на 23 тысячи тенге, компания вам делает скидку 40%. То есть эти акции нужно ловить. Я стараюсь сделать вот по таким предложениям. И отсюда я получаю доход. Вот, ну что, вот в принципе я ответил, надеюсь, на ваш вопрос. Кто еще не понимал, как здесь эта система работает. Ну, как я сказал, у меня здесь в этом заказе сплошь да рядом одни лосьоны. Ну, кстати, есть лосьоны, которые я впервые заказал. По-моему, вот этот я ни разу не заказывал. Они почему-то, знаете, на сайте... Так, молочко, миндаль и флендоранж. Нет, я, по-моему, его заказывал. Ну, пусть будет, я его не заказывал. Вот это точно я не заказывал. Это миндаль. Это миндаль. Нет, я его точно не заказывал, значит, так оно и есть. Я их заказал в этот раз два штуки, раз новиночка. Надо будет попробовать, что за аромат. Так, это... Вот, органия роза био... из Марокко. Вот этот, кстати, тоже не заказывал. Я не знаю, сколько видов у них лосьонов, но в этот раз вот почему-то мне показалось, что... Ну, вот это вот уже ваниль было. Тоже две штуки ванильки взял. И вот такой вот ежевика и лаванда. Ну и вот ко всему к этому еще бальзамчики для губ, кстати. У них есть, но вот эти вот, по-моему, нету распродажи, а есть бальзамчики, которые прям очень низкая цена, 790 тенге, что ли. А так вот эти бальзамы сейчас идут по 1200, что ли. И вот, смотрите, вот кружечка в подарок, она пришла за заказ на какую-то, не помню, на какую сумму я сделал, на 8000, что ли. Раньше у них было, по-моему, на 6 тысяч делаешь, дают подарок. Сейчас, по-моему, на 8 тысяч. Вот такая маленькая кружечка, кофейная. Вот, я думал, что я получу... Я не посмотрел объем, я думал, для своей коллекции соберу нормальную большую кружку. Вот, но теперь у меня две таких. Что теперь поделаешь? И вот такая вот сумка спортивная. Тоже вот у меня уже будет вторая сумка. Одну я себе оставлю, одну я продам. Ну, давайте я, наверное, ее разверну. Может быть, кто-то не видел.
Ну, вот такая вот, в принципе, сумка. Она и не сильно большая, и, в принципе, не сильно маленькая. Очень удобно вот в магазин ходить на шопинг. Можно в бассейн, спортзал. То есть все сюда влезет. Сумка идет с плечевым вот таким вот ремнем. Один вот боковой карман. И, по-моему, все. По-моему, внутри карманов нету. В общем, она такая вот пока еще неудобная. Ее надо распрямить. Вот. Пока она была в сложенном виде, не очень. Вот, друзья, вот, в общем, вот такой смысл работы в компании Фраше. То есть, если вы хотите не просто делать заказы для себя, а хотите зарабатывать в Фраше, то здесь, чтобы зарабатывать, вам нужно исключительно ловить моменты, когда компания делает скидку на заказ. Только в таком случае вы сможете заработать. Ну или вы можете зарабатывать на подарках. Если вы себе их не оставляете, а продаете, то тогда можно так делать. Ну, вроде бы как-то так. Ну что, вот в принципе и все. Надеюсь, что на 8 марта я все это распродам. Хочу уже сделать следующий заказик, чтобы собрать все кружки у них и забрать себе. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.